Привет, с вами Кенни. Начнем, думаю, с открытия сундуков. Решил я все-таки слить гемасики. Потому что, ну, я вроде ни на что не коплю. Так, ну, откроем. Ладно. Самый крутенский сундучок. О, мухи. Не зря открывал. Вот фаервол бы двали. Вот было бы хорошо. Гоблина новый левел. Заодно вот сейчас будет место для новых сундучков. И это очень даже круто. И хорошо. Так. Качаем карты. О, мухи сразу даже две выпали. Мух. Я заменю, думаю. Так думаю заменить. Не знаю почему, но именно вот так, да. Если будет лагать, то я кое-что сделаю. Просто у меня сейчас кое-что, кое-какая игра скачивается, поэтому может быть будет лагать, но надеюсь не будет. И все пройдет окейушки. Окайна. Даже вот так, наверное. Блин, ни ведьмы, нифига. О, да, лаги с инетом. У меня лагает интернет. И я... А, нет, нормально. У меня лагает интернет. Еще раз. У меня лагает интернет. Точнее, лагал. Или лагает до сих пор. Изи контринг. Все лезли? Молния. Удачи. Снести вышку, в смысле? А, типа дракон всех сейчас задефает, да? Ну, не сказать, что всех. Он кинул рейдж, чтобы все было быстрее. Так что я бы не сказал, что дракон задефал. Там половину убила вышка. Так. Надо как-то забирать его сторону. Спойди. Так, дабл элик. Так, развели. И надо атаковать. 40 секунд есть на атаку у нас. О боже, вот этот дракон, а! Скелеты. Идеально. Да ты серьезно? Ну, вот... Ненавижу. Вот ссаный интернет, а? 17 купчей. Опять мне хочется, сами понимаете, что сказать. Прям очень хочется. Все, у меня уже бомбит. Ну, сразу затыкаем. Дракон. Ах.
Мушкетер. Вот. А, все. Быстрее. Спасибо, мушкетер. Ты просто бомба, блин. А, я не буду даже электротить. Теперь буду. Опять задержка. А, боже. Все, я уже даже записывать не хочу. Я расстроен. Все. Дайте угадаю. Бомбер. О, Валькирия. Еще лучше. Убить дракона. Санного этого дракона. Ну сейчас бомбер нанесет урон. Сейчас кто будет? Правильно. Бомбер или дракон. А, еще и ведьма, тем более. Ну какого фига? Два юнита против одного. Ну не могла она просто убить вот так вот их. У него есть... Как... А, у него фаербол есть. Ну, хорошо, там мухи. Не попал по Вале. Идеально. Уже раздражает все. Блин, еще и звонят в скайпе. Ука. Ука. Сейчас фаербол. И я поставил ведьму. Да все, просрал уже. Извиняюсь за такое слово. Не надо мне звонить. Да блин, кинь себе в очко этот фейербол. Опять же, извиняюсь. Ну, реально бесит. Сначала интернет, теперь вот апнул 1000 кубков. Изич. Вот так сделаем. Ладно, идем еще. 5-й левел. Я не понимаю, чё вот они забывают здесь? 5-й вот эти левела. 4-й. 4-й вообще должны быть там 1000 кубков уже. Но никак не 800. Да. Да. Сейчас опять будет звонок. Просто у меня два компа, я снимаю с одного, и в другом у меня тоже включен скайп, и я слышу. Поэтому знаю. Так что не удивляйтесь, если я типа угадываю. Раш, банда гоблинов. Ага. Сейчас. Сейчас что-то какое-нибудь. Стрелы, бочка. Мухи. Поздние мухи. Очень поздний. Девятьсот кубков минимум. Молния. А, смотрите, он, значит, что поставил? Арбалет, дракон, пушка. Соответственно, мне нужна ведьма. Валя, мушкет. Ну, как в прошлый раз... Это... Не знаю. Офигенно. Супер. Блин, ну я не знаю, что с арбалетом сделать. Все, он по вышке уже колотит. Ладно. Мушкетер 2 тычки сделал. А арбалет много тычек сделал. Живи. Бомбер. Дичка. Ага,
О, хорошо, хорошо. Так. И муху так. О, обожаю. А почему по мухе ударила? А не по Вале? А, ну, сейчас. Вот так. Вот так. Боже, быстрее убейте. Ну, ссаный арбалет. Боже, кто им играет? Точнее, почему он им играет? Быстрее, ну, забери вышку. Там теперь этот пришел. Изи, боже. Раздражает, какая... Я не знаю, я сейчас просто солью все. И скажу всем пока. Всем удачи, всем пока. Ну что не так в колоде? Старую взять, что ли? Возьмем старую. Окей. Второй левел. Заткнись. По-другому не могу сказать просто. Дайте угадаю, гигант с той стороны, где я пустил гиганта. Логика. Дракон еще. Сейчас еще какую-нибудь фигню поставь. Но я не успеваю убить. Теперь мне надо как-то их вот там остановить. А все равно у меня помрут все. Ну и что и смысл ведьмы? У меня все померли там. Тут я тоже проиграл. Знаете почему? Потому что он просто будет пускать их скелеты, которые останавливают всех моих юнитов. Все. Он может пустить пеку. Ага, хата. Я просто мастер бросков. О, боже! Ну, еще что? Пеку уже пошел. Такой уверенный. Ага, то есть он своего этого держит, чтобы... Ну! Ну, заходим! Да, хорошо, сейчас только будет Валя какая-нибудь. Или еще что-нибудь. Быстро второго гигулю. Просто супер победа, блин. 28 кубков. Я просрал больше, чем, блин, вернул. Ладно, 900 кубков, хорошо. 900, потому что, ну, не идет игра. Я хотел 1000, но не идет. Вот, ну, нифига. Опять не ходят соперники. Ну, почему? Почему должен ходить я первым?
Опять этот говноскелет. Типа... Чё? Чё такое? Ну и ок. Типа ты потратил 11 телеку. Чем ты будешь дефаться? Я не знаю. А, ну да. Топ деф in the world. Все, минус 4 элика. У него сейчас примерно 2. Накопил 4. Быстрей, ведьма! А по харду пойдем. Дайте, угадайте, кто сейчас будет. Гигский или... А, нет. То есть у него 2 гиганта в колоде. Я знаю, с кем это сравнить, но не буду говорить. Типа авторское право, которого нет. Берем на трешку. Таких надо наказывать за такие колоды. Все. Все, все, давай, все. Потому что мне уже, блин, надоело. Я думал, сейчас, как, блин, залечу на эту 1000 кубков. Но нифига. Я улетел с этой 1000 кубков. Так, варвары. Гоблинцы и нифига. Сундук, ладно, не будем открывать. Или будем, или не будем. Или я не знаю, чем мы будем. Пробуем апнуть левел. Ну, типа апнуть карты, чтобы апнуть левел. Ну, логика, да. Не апнул левел, обидно. Зато 62 опыта, больше половины. Один бой, пожалуйста. Только не прокакать этот один бой. Потому что вот реально у меня бомбило уже. По харду бомбило. Наконец-то у меня соперник, который выпускает раньше меня. О, супер. Хотя, ну как бы... Ну, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо. Чем он будет дефаться, я не знаю. А у меня куча мелких юнитов. Почему принц так долго умирает? Потому что принц это принц. Гоблины, спасибо. Вот если б не они... Давайте... Попытаемся на 3 забрать. Таким маленьким составом. Ну, типа, новая ведьма пришла, да? Ага. И получила люлей. О, вторая ведьма. Боже, как она меня раздражает. Топ атака in the world. Чупонь. Все. На 3 пойдем. Естественно, на 3. Мне только надо... А хотя... Можно, в принципе, гиганта плюс гоблины. О. А это был топовый деф. In the world. А вот у меня сейчас тоже топовый деф. Но я не знал просто, что гоблинов тратить не хотелось. А тут вот у меня опять же топовый деф. Надо было кидать. Не знаю, что надо было кидать. У меня ничего не было дельного. Так. Ой, хорошо. Ой, Мазила, ты. Ой, хорошо было бы, если бы я не промахнулся фаерболом. Хотя это не так страшно, потому что мы забираем его на трешку. Забираем, забираем. Все. Вот когда идут две ведьмы, это офигенно. 29 кубков, как я и хотел.
Серебряный сундук, как я и не хотел. 900 ключей. Все, наконец-то. Наконец-то. Сольем последний гем. Если кто-то напишет комментарий, первый комментарий, который будет под этим роликом, ты тупой, зачем ты слил гемы? Я знаю. Я делаю это по факту, я это осознаю. Все. Ну, не слегка неудачная серия. Потому что хотел 1000, но в итоге из-за того, что пропало настроение, я пошел всего лишь до 900. Ну, а с вами был Кенни. Всем удачи, всем пока.